Я в этом здании с народом сольюсь и силу обрету. Слова пульсируют над входом, но мне читать не вмоготу. С народом оба мы устали от вязкой жизненной страды. Пора нам оказаться в зале, где много огненной воды, и где для праздничности пущей, пока оркестр еще молчит, нам приз вручит телеведущий. За что не знаю, но вручит. И девки выбьют на острых, как рыбьи кости, каблуках, блестящих распашонках пестрых, в жемчужных шелковых портках. И неожиданно бабахнут фонтаны искр до потолка. Да, девки крепко потом пахнут, но это дразнит мужика. Мы жили сумрачно и нище, тем выше наше торжество. Бежит шипучее винище, кругом все липко от него. И нам дорогу до гримерок покажет продувной халдей, ведь там объятия танцорок ждут всех подвыпивших людей. А после вновь сиянье залов, азарт и юмор викторин. Я с точки зрения идеалов с народом полностью един. И я в душе светло и мудро единство это пронесу, а также дивный запах пудры и пота женского в носу.